С 14 ноября сроком на 3 месяца изменяется трасса автобусного маршрута номер 50С. Со стороны железнодорожного вокзала автобусы поедут по улице Ленинградской, Свердлова, проспекту Независимости, улице Московской и далее по своей трассе. Также на маршруте появится дополнительная остановка «Площадь Независимости». А вот автобусы маршрута номер 111, старый аэропорт Площадь Победы, не будут курсировать в осенне-зимний период. Такое решение было принято в связи с изменением направлений передвижения пассажиров и перераспределения пассажиропотока после открытия третьей ветки столичного метрополитена. Для троллейбусных маршрутов номер 8, 27, 43, 51, 63 и 64 выполнение остановки для посадки пассажиров на диспетчерской станции «Дружная» переносится на 50 метров вперед. Будьте внимательны и удачных поездок!